Ты сейчас можешь разговаривать, мам? Да, да, ну я в автобусе, ну могу, могу. А вы хоть аппараты держите там? Да держим, вроде бы, как это вот. Русь, у вас большие потери там? Мам, ну каждый день, 200-е и 300-е есть, ну раненые, трупы есть, что-то это, каждый день что-то есть, мам. А слышишь, а заключенных вам доставили в подборку? Да, да, зэки, они на передовой тоже, 3000 зэков. 3000? Да. Слушай, Руся, ты хоть живой приходи. Обязательно, говорю, приеду живой, конечно, мам, обещаю тебе. Давай, слышь, все ждут. Нам это, смотри, а? нам вроде бы орден за Лиман дадут, за город Лиман. Ага. То, что мы оборонялись же, там это, вообще говорят в России, что нас героями считают, герои Лимана. А сколько вас там человек сейчас на передовой? А тут по всем местам, мам. Ну вот в Лимане было нас 300 где-то человек, а их там 4000, и вот мы это, эвакуировали нас. Смотри, а сейчас подмога подошла, легче вам стало, да? Да, но все равно стреляют каждый день, мам, стреляют, мины разрываются. А ты слышал, что Путин Киев взорвал? Такой информацией не владеем, мам.